Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях специалист по международным отношениям, редактор журнала «Спильна» Денис Пилаш. И, как всегда, традиционно мы, Дмитрий Столяренко и Марина Бурик. Сегодня мы будем говорить о такой большой части мира, которая во многом определяет его лицо, как Латинская Америка. Латинская Америка – это мир, где, скажем так, происходят революции, где еще как-то живет социализм или не живет. Денис, как ты думаешь, живет там социализм и в каком виде он живет? Ну, самое интересное в Латинской Америке, собственно, то, что там действительно живет и социализм, и вообще живет какая-то политическая жизнь, которая в значительной степени в остальной части мира давно забыта и потеряна, собственно, где все мейнстримные партии слились просто в какой-то, ну, такой ком невнятный. Вот. А в Латинской Америке там действительно до сих пор происходит соревнование идей, мыслей и концепций, и там существуют разные модели организации общества и экономики, вот, и действительно существуют эксперименты, да, которые сначала Хайнц Дитерих, это мексиканский социолог немецкого происхождения, а после него и Уго Чавес, вот, покойный президент Венесуэлы, назвал социализмом 21 века. Насколько это является социализмом, это тоже вопрос спорный, да, но в любом случае это альтернатива существующему какому-то общепринятому, да, в миропорядке, системе экономических и политических отношений. Собственно, Латинская Америка стала тем регионом, где, начиная с выступления сапатистов в 1994 году в Мексике, в штате Чиапас, возникали какие-то альтернативы тому, что принято вот в современном неолиберальном капитализме. И разные страны, там, от, допустим, самой радикальной модели, которой там остается Куба, да, и заканчивая там тем, что, ну, считается обычно более умеренными, вот как-то Бразилия, Уругвай и Аргентина, они вот, все вместе, там, начиная с конца 90-х годов, там, к власти приходили лево-левоцентристские правительства, и, соответственно, они демонстрировали вот это вот то, что назвало публицистическое название вот «левый поворот». И, соответственно, сейчас там тоже наблюдаются некоторые проблемы, но, что характерно, на фоне мирового там финансово-экономического кризиса показатели Латинской Америки очень положительные. Ну, то есть в этом смысле Латинская Америка стала таким полным антагонистом Европы, которая сейчас держится в совсем другую тенденцию, да? Ну, она даже больше полный антагонист Америки Северной, Соединенных Штатов Америки, которые традиционно были гегемоном в этом регионе, которые контролировали местные правительства, проводили перевороты, собственно, вмешивались во внутреннюю жизнь этих государств. А сейчас Латинская Америка практически полностью вышла из-под контроля США, вот, и демонстрирует возрастающую самостоятельность на международной арене. Ну смотри, вот в связи с этим, например, они сейчас дружат с Россией в том же мере, ну даже летом, когда Путин ездил на саммит БРИКС, он же заезжал во все ключевые страны Латинской Америки. И вот даже высказывания Фиделя Кастро о Путине такие дружеские, дружелюбные. Ну, то есть, грубо говоря, мы видим уже не только, скажем так, на территории Европы, вот, например, у нас на Украине конкуренцию, а и в странах Латинской Америки конкуренцию, с одной стороны, представленную Соединенными Штатами, а с другой стороны, тем странам, которые входят в БРИКС, и между собой в том числе. Вот как ты можешь ее так охарактеризовать, что там, собственно, происходит? Ну, во-первых, касательно России, тут латиноамериканские страны не попадают вот в такую характерную эту логическую ловушку. Соответственно, если ты пытаешься противостоять там империализму, который в твоем регионе был традиционным, вот, доминирующим, и при этом ты начинаешь заигрывать с другим империализмом, что тоже, в принципе, предсказуемо, поскольку Россия поставляет, там, особенно в Венесуэле, но не только и Аргентине, там, Бразилии, поставляет вооружение, вот, и, скажем, та же Венесуэла, она крайне заинтересована в высоких ценах на нефть, вот, и поэтому ей нужно дружить там с Россией, с Ираном. Вот. Но когда они начинают уже подгонять под это все идеологическое какое-то обоснование, что якобы вот эти страны, они тоже как бы антиимпериалистические, они тоже вот борются вместе с нами там, против там, да, этого американского чудовища, да, тут возникают, конечно, какие-то нестыковки вот в практике, вот, и в теории, да, но реальность действительно в том, что
А сейчас в Латинской Америке, в отличие там, от ситуации 60-х, 80-х, когда почти во всех странах были проамериканские военные диктатуры, вот, и она полностью ориентировалась на США, или в отличие от 90-х, когда, собственно, модель Вашингтонского консенсуса, которая предлагалась и была внедрена в том числе в бывших странах Восточного блока и у нас, вот модель этой неолиберальной трансформации к рыночной экономике, вот она, собственно, была опробована на Латинской Америке, там, да, начиная с диктатуры Пиночета в Чили, вот, и продолжая остальными военными диктатурами. И это был полностью, да, такой задний двор Соединенных Штатов. Сейчас там действительно большую роль играет Россия, но не только Россия, и Европейский Союз, и Китай, и, естественно, Бразилия. Бразилия, которая является по своей территории, по своему населению, естественным претендентом на гегемонию в этом регионе, она, ну, естественно, воспринимает себя как регионального лидера и экономически, и политически, и даже в некоторой степени идеологически, поскольку президент Лула да Сильва, предыдущий, да, первый президент от партии трудящихся, он сохранял очень хорошие отношения как с представителями блока, который называется АЛБА, Боливарианская альтернатива для Латинских Америк, для Латинской Америки. Это Венесуэла, Куба, их союзники, такие как Эквадор, Боливия, Никарагуа. И с другой стороны, он сохранял при этом со всеми глобальными какими-то игроками, и с США, и с Россией, и с Китаем, хорошие политические отношения. При этом экономически у них было довольно много конфликтов. У них были конфликты экономические и, скажем, там, со странами Алба, когда, например, Боливия национализировала собственность бразильской нефтегазовой корпорации, тоже государственной. Вот. Но при этом, ну, демонстрируя вот это такое показательное единство, скажем, в рамках БРИКС, да, нарастают, конечно, внутренние противоречия, вот, и нарастают в том числе и противоречия внутри самой Латинской Америки между разными латиноамериканскими странами. Тут еще нужно упомянуть такой блок региональный, как Меркосур, в котором Бразилия тоже является ведущей страной. Недавно туда была включена Венесуэла, она была включена благодаря тому, что до этого ее блокировал, ее вступление, парламент Парагвая. Но когда в Парагвае произошел переворот, был отстранен левоцентристский президент, бывший епископ Фернандо Луго, Парагвай сам был приостановлен, его членство в Меркосур, вот, и таким образом Венесуэла смогла туда тоже вступить. И, скажем, внутри этого блока есть противоречия между Бразилией и Аргентиной довольно крупные. Есть на общерегиональном уровне противоречия между, с одной стороны, вот Меркосур и Алба, которая является менее, как бы, экономической, да, более идеологически обоснованным объединением государств. И с другой стороны, им противостоит Тихоокеанский блок, который был сколочен года два назад теми правительствами, которые считаются проамериканскими, более проамериканскими, это Чили, Перу, Колумбия и Мексика. Вот. И сейчас как раз между Меркосур и этим Тихоокеанским альянсом как раз наблюдается очень большая конкуренция экономическая и политическая. Ну, а не представляет ли собой вот угрозу вот эти внутренние противоречия и внутри, скажем, отдельных стран, и внутри Латинской Америки в целом? Не представляет ли они угрозу того, что вот произойдет та история, которая произошла в Европе, когда на смену таким социально ориентированным, скажем, левым, левоцентристским правительствам просто пришли их оппоненты. Ну, сейчас говоря об этих противоречиях, да, ну, конечно, в Латинской Америке последние 15 лет наблюдался противоположный процесс. То есть как раз приходили к власти вместо неолиберальных и правых правительств, приходили лево-левоцентристские. Сейчас, конечно, в значительной степени их политика была непоследовательной. Даже в Венесуэле это была такая очень половинчатая, то есть говорилось о боливарианской революции, но при этом, ну, в конечном итоге там до каких-то преобразований, которые были бы сильно радикальнее той же европейской социал-демократии послевоенной,
только в некоторых сферах доходило. По большей части это была действительно просто левая социал-демократия. Не говоря уже о других странах. И, скажем, в той же Бразилии, в которой к власти пришла партия трудящихся 12 лет назад, там вот тоже есть большое разочарование ее социальной базы. Там партия трудящихся создавалась во время войны, борьбы с диктатурой, как блок, широкая левая партия, в которую входили там и представители профсоюзов, и представители безземельного крестьянства. Это самое большое социальное движение в мире. Вот это бразильская организация безземельных крестьян. И какие-то экологисты, и всевозможные там существующие до этого левые группки там троцкистов, маоистов, христианских социалистов. Но сейчас в силу того, что политика, которую там проводила партия трудящихся при власти, это была политика компромиссов. На самом деле в ее коалиции там находятся обычно 5-6 партий, включая в том числе и либеральные, и правоцентристские. И ее политика как раз, она диктовалась скорее какими-то прагматическими интересами, которые, в принципе, устраивали в первую очередь национальную буржуазию. Вот, ну, иногда это совпадало еще и с тем, что таким образом удавалось как-то развить национальное промышленное производство и таким образом вывести действительно более 10 миллионов, 20 миллионов человек вот, из бедности, вот, из трудящихся классов. Но вот это вот как бы разрыв между ожиданиями и реальностью, вот, он, конечно, вызывает недовольство, и это было видно, скажем, на последних президентских выборах в Бразилии, когда наследница Лулы, Дилма Русеф, вот, президент, женщина болгарского происхождения, она буквально чуть-чуть вот только опередила своего кандидата от правых, который, по иронии, в Бразилии называется основная правая партия, социал-демократической. Вот. И причем во втором туре представительница социалистической партии, ну, изначально она была из партии зеленых, вот, но потом социалистической партии погиб кандидат в авиакатастрофе, Марина Силва, она поддержала кандидата правых. И при этом значительная часть населения там не пришла на выборы, вот, бойкотировала их. Денис, смотри, а вот еще когда-то очень давно, в начале 50-х годов, юный Че Гевара, совершивший поездку по Латинской Америке, пришел к выводу, что это вообще-то, ну, границы, они довольно искусственные, что это одна страна, один народ, одна культура. Но на самом деле даже испанский в разных странах, он серьезно отличается, ну, не говоря уже о португалоговорящих. Но за это время, вот буквально там за 90-е, нулевые, произошли серьезные сдвиги вообще в культуре стран Латинской Америки. С одной стороны, индейцы получили во многом какие-то свои права в разных странах, в той же Боливии, в той же Венесуэле, и большие там индейские движения. С другой стороны, прошла полностью кампания по ликвидации безграмотности в тех странах, где это было раньше нормой, просто безграмотность. Вот как ты думаешь, вот эти вот культурные завоевания, достижения, преобразования, как они могут дальше развиваться, и вот в этих условиях сложной конкуренции, когда вот говорят, что Куба, которая там была светом образования, там сливается или еще что-то, вот как бы ты это прокомментировал, какие перспективы этого всего? Ну вот сначала по латиноамериканскому единству, это на самом деле идея, которая, ну, о чем Чавес, например, постоянно говорил, что это вот еще мечта Симона Боливара вот, о единой ибероамериканской республике, о том, что мы все на самом деле одна страна, одна культура. Вот. И действительно, еще никогда Латинская Америка при всех противоречиях не была так близка к единству. Политически во всех спорных вопросах она демонстрирует единство. Даже когда происходили перевороты недавние в Гондурасе, и в Парагвае, вот, даже проамериканские правительства на уровне местных там, региональных организаций, там, например, УНАСУР или СЕЛАК, они высказывались в поддержку смещенных левоцентристских президентов. Соответственно, как раз на международной арене Латинская Америка пытается все больше выступать как некий не просто единый регион, да, а как
народы, спаянные какими-то общими проблемами, общей культурой, общими традициями. Что же касается действительно вот этих достижений, которые это огромный прорыв для всех этих народов, действительно. И сейчас миллионные, десятимиллионные массы людей, которые до этого были полностью исключены вот, и из культурной жизни, из политической, и находились где-то на обочине экономической, там, будучи там, либо сверхэксплуатируемыми, либо вообще вот, не имея ни работы, ни земли, вот, вообще ничего. Сейчас они впервые получили шанс не просто влиять на принятие решений, да, и не просто там, иметь образование, пользоваться достижениями культуры и все прочее. Они, собственно, часто от них это все и зависит. Вот если бы не было мобилизации вот этих низов в Венесуэле, в Боливии, в Эквадоре, вот, собственно, эти правительства бы не выдержали как раз давления извне и со стороны традиционных элит, вот, которые, естественно, хотели бы вернуть свое привилегированное положение назад. И сейчас, вот, ну, опять-таки, я бы не стал говорить, что там, например, там кубинское образование сливается. Напротив, как раз вот эти проекты в рамках АЛБА, когда кубинские врачи, педагоги, да, и даже спортивные тренеры, вот они отправляются в... Они даже программу разрабатывали по обучению в Венесуэле, чтению людей активно. Это ж кубинская была там программа. Да, да. В Боливии, и не только в Боливии, вот это вот Милагро, чудо. Вот, когда это тоже они, кубинская программа, да. Вот, операции делали на глаза. Вот, в том числе и прооперировали Марио Террена, убийцу Че Гевары. Вот, да, 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 это еще в СМИ так активно. Да, это был очень такой хороший ход вообще. Спасибо тебе большое, вот. Денис. И тебе последний вопрос. Вот как ты видишь перспективы дальнейшее развитие вот такого, даже не континентального, а такого культурно-политического единства стран, как Латинская Америка, вообще в мировой политике, в мировой экономике? Ну вот и, наверное, все на сегодня. Ну вот почему Латинская Америка важна? Это вот по нескольким причинам. Во-первых, потому что она как раз демонстрирует очень большой прогресс там, в достижении какого-то, ну действительно, там единства, ну единства мировосприятия всех этих народов, которые, ну вот, очень не хватает, конечно, вот если мы посмотрим, да, уже недавно мы могли говорить просто там, про Ближний Восток, про какие-то дальние страны, вот про страны тропической Африки. Сейчас мы можем говорить о том, что происходит прямо у нас, да. Но как раз Латинская Америка учит нас тому, как можно находить, там, забывать старые какие-то войны, старые конфликты, вот, и ну, пытаться видеть друг друга там, братьев и сестер. А вот с другой стороны, чем еще важна Латинская Америка? Тем, что Латинская Америка как раз, в принципе, да, как и наши события, они тоже вот, как-то, да, люди, которые говорят «нет», люди, которые выходят на улицу, люди, которые протестуют, да, но в Латинской Америке они еще и формулируют какую-то альтернативу, да, и они имеют собственную повестку, вот как раз, которая обычно основана на социальных вопросах, на вопросах как раз преодоления неравенства, бедности, повышения там, образовательного и культурного уровня. Вот. И это повестка, которая актуальна для всего мира. Поэтому при всех проблемах Латинской Америки, которые там безусловно есть, вот, я думаю, что мы можем с оптимизмом смотреть и на ее будущее, и на то, каким образом она будет влиять на остальной мир. Что ж, я думаю, позитивные тенденции хотелось бы, чтобы возобладали в Латинской Америке. Мы будем на это надеяться. С вами был Денис Пилаш, специалист по международным отношениям и редактор журнала «Спильне». До новых встреч. До свидания.